Приветствую всех на канале ПВЗ Дичь. Пришло время сделать обзор на Dragon Brood. Долго я сомневался, вышло ли это растение официально, но коль уж обнова вышла в магазинах у большинства игроков, то я решил, что обзору быть. Хотя по мере того, как я снимал материал, я нашел несколько откровенных багов, которые не мешало бы поправить, и скорее всего их поправят. Так что, как это часто бывает, некоторые моменты в этом обзоре скоро будут неактуальны. Но на момент выхода видео все вроде бы справедливо по отношению к текущей версии растения, так что давайте подробно разберем Dragon Brood. В телеграм-канале выложу уровень с его разблокировкой. Кто умеет заменять файлы уровней в игре, переходите и скачивайте. А кто не умеет, посмотрите туториалы на ютубе. Теперь же переходим к делу. Dragon Brood является представителем теневого семейства, что для меня немного неожиданно. Как и любое другое растение этого семейства, его можно усилить разными способами. Вам подойдет как усиление высаживанием рядом других теневых растений, вроде мороколозы или лунного цветка, так и созданием теневых клеток при помощи нектарина. О воздействии теневой ауры я расскажу позже, а сейчас давайте о базовых характеристиках растения. Ценовой сегмент в солнечном эквиваленте, я бы сказал, чуть выше среднего. Стоимость равняется 200 солнцам. Причем это растение из тех, чья цена по мере роста левела будет уменьшаться. На старте уровня его можно высадить спустя 5 секунд, а во время боя созревание в колоде составляет 10 секунд. Очевидно, имея 3 головы, этот аналог Змея Горыныча атакует по 3 полосам, что сейчас наглядно видно. Каждый снаряд наносит по 100 единиц урона, и таким образом дедроголовому зомби требуется 13 попаданий, чтобы отчалить в мир иной. Скорость атаки по моим замерам составляет 1 выстрел каждые 7 секунд, возможно, небольшая погрешность. Если же мы создадим вокруг дракона теневую ауру, то в таком случае ведроголового зомби удастся убить гораздо быстрее даже одним растением. Все дело в том, что аура наделяет снаряды Dragon Brood отравляющим эффектом. Яд наносит дополнительно 40 единиц урона на протяжении 3 секунд и, конечно же, игнорирует броню. Хочу отметить, что при этом мощность снарядов почему-то падает на 10 хп, но это сполна компенсируется отравлением. А еще обратите внимание на лунный цветок. Несмотря на то, что вокруг него 4 дракона, то есть 4 теневых растения, цветок не получает усиления. Видимо, это баг, который в будущем может быть исправят, а пока дракон не работает, как другие теневые растения, позволяющие лунному цветку приносить нам больше солнышек. В последнее время разработчики зачистили не только с дисбалансом как таковым, но еще и принялись наделять растения сразу охапкой скиллов. Так было с ледогрибом, вот теперь то же самое и с Dragon Brood. Помимо отравления у него имеется еще и сплэш урон. Сейчас будем внимательно его разбирать. Вверху я позволю растению без ауры атаковать 2 раза, а внизу с аурой только 1. Далее поясню зачем. Сам по себе сплэш составляет 40 хп и работает исключительно по одной клетке. При подкормке он в 2 раза меньше, но о подкормке позже. Сейчас же я буду ставить обычный горохострел, и мы видим, что верхний зомби действительно имел повреждение сплэшем. 2 попадания драгоном без ауры по другому зомби нанесли испытуемому 80 единиц сплэш урона, что подтверждается потерей руки уже после попадания одной горошины. А вот по нижним зомби, как я уже сказал ранее, я позволил атаковать только 1 раз драгоном в теневой ауре. По логике, сплэш урон должен отнять у него 40 хп, но оказалось, что урон гораздо больше, ведь и у этого зомби отлетела рука после попадания одной горошины. Мое предположение таково, что тут сказалось отравление, хотя визуально ядовитая клякса была на морде только одного зомби. Иначе объяснить, почему у этого мертвяка тоже отнялось около 80 хп одним выстрелом, я не могу. И если вы думали, что на этом все, то не угадали. Одной из главных особенностей Dragon Brood является его посмертный сюрприз для зомби. Откушав все здоровье у дракончика, зомби идет дальше, а растение принимает вид бронзовой статуи и исчезает, а на лужайку парашютируются 3 одноголовых так называемых Baby Dragon. Падают они на рандомные клетки, и фактически это 2 жизнь одного растения. С той лишь разницей, что каждый маленький дракончик атакует немного слабее своего 3-голового собрата. Урон от мелкого 70 хп, а от большого, как я уже говорил ранее, 100. При этом забавно то, что получение ауры дает обоим эффект отравления, но у 3-голового основной урон почему-то понижается до 90, а у Baby Dragon наоборот растет до 120. То есть самый мощный урон наносит именно мелкий дракончик. Путаница, конечно, жуткая. При этом и сплэш урон у мелкого тоже выше. Если у обычного он равен 40 единицам, то у одноголового 55. А еще он у них совершенно по-разному прогрессирует по мере повышения уровней. Если у 3-голового сплэш растет до 70 только на 4 уровне, то у одноголового он таким становится уже на 2. Максимальный сплэш у большого равен 130 на 10, а у мелкого 190. Запомнить всю эту паутину характеристик очень трудно. Но раз уж зашла речь про уровни, давайте посмотрим, как и какие характеристики меняются при прокачке этого растения.
А меняется очень многое. Вначале я уже говорил о понижении стоимости, и она падает на 75%, до 125 солнц за растение. Уменьшается и время перезарядки в колоде, до 6 секунд. В свою очередь урон растет до 340 за атаку. Сплэш, как я уже говорил, до 130, ну а в теневой ауре урон вообще составляет 500 хп. Плюс отравление наносит 100 единиц урона в секунду на протяжении 5 секунд. Всего этого достаточно, чтобы расправляться с самыми прочными базовыми зомби в большом количестве, особенно под усилением теневой ауры. А еще есть один неприятный факт. Если зомби будет кусать Dragon Brute, то растение не будет его атаковать. Я специально высадил дракона с упреждением, и при этом он на 10 левеле. То есть с момента его высадки совершенно точно прошло 7 секунд, а он так и не стал атаковать. Это необъяснимый для меня минус данного растения. Количество появляющихся маленьких дракончиков после съедания трехголового с повышением уровня не увеличивается. Ну это и понятно, голов ведь было 3, их больше не стало, значит и размножение осталось прежним. А вот что меня смутило, так это то, что маленький дракончик почему-то остается на первом уровне. Одной атакой он должен был нанести 255 единиц урона и убить базового зомби с первого раза, но он по-прежнему наносит по 70 единиц и убивает врага только с третьего выстрела. Может быть, это тоже пофиксят. Подкормка Драгона не очень эффективна против малого количества врагов, она абсолютно точно рассчитана на большие толпы зомби. При одиночной цели Брут швыряет всего один снаряд, который наносит 200 единиц урона. И тут я должен сказать, что сегодня изначально планировалось другое видео, темой которого была ульта растений, а точнее мой антитоп ульты, и в нем даже есть одно растение с подобной суператакой. Скорее всего на следующей неделе оно выйдет, и Брут мог бы там оказаться, но видео уже смонтировано. Что же касается ульты растения под усилением ауры, то она мощнее на 100 хп. Но главное, снарядов будет выброшено 2 штуки один за другим. Если же на лужайке зомби в большом количестве, то тогда суператака Dragon Brute заиграет совсем другими красками. Одно растение при получении одного удобрения швыряет столько снарядов, сколько зомби на лужайке. При этом у снарядов еще и сплэш урон, а если мы создадим теневую ауру, то таких залпов будет 2 штуки. Появится отравление и вообще все будет здорово. Единственный неприятный момент это то, что сплэш урон от подкормки не растет с повышением уровня. Он равен 20 хп у растений любого уровня. А еще удобрение можно использовать на маленького дракончика. В таком случае он не будет ультовать, а просто превратится в полноценного трехголового Dragon Brute. Его даже можно будет выкопать и получить солнечную энергию. При этом от выкапывания маленьких драконов энергии мы не получаем. Кстати, про выкапывание. Если зомби съедают любую из форм этого персонажа, то его можно вернуть с помощью воскрешающей моркови. А вот те мелкие копии, которые мы выкопали сами, уже возврату не подлежат. Из основных моментов осталось поговорить только об усилении мятой. А говорить тут особо нечего, тут нужно смотреть какую-то таблицу. Просто-напросто на слух все эти изменения характеристик будет очень сложно воспринять. Главный момент это получение теневой ауры от мяты, что дает повышение обычного урона на 10 единиц, повышение урона от яда тоже на 10, сплэш растет на 20, сплэш при ульте на 50, ну а сама ульта теперь составляет не 2, а 3 залпа по всем целям на лужайке. Маленькие дракончики тоже получат свое усиление от мяты. По 10 для яда и основной атаки, плюс действие яда будет длиться 10 секунд и наносить 80 единиц урона. На этом основные характеристики закончились. Давайте посмотрим на это растение в сражении с разными видами зомби, ну или просто в разных специфических ситуациях. А посмотреть тут есть на что. Возможно, это одно из самых интересных растений в этом плане. Начну с того, что Dragon Brute, как и почти любая другая катапульта, не может пробить зонт дамы из Lost City. Зонт этой дамочки не единственный рабочий щит против Dragon Brute. У протектора защита тоже отлично блокирует снаряды нашего сегодняшнего героя. При этом, чтобы беспрепятственно добраться до косилки, совсем не обязательно иметь зонт или щит. Можно вполне себе обойтись и без этого, если вы умеете летать. Летающие зомби не подвержены атакам Dragon Brute, хотя для меня причина этого совсем непонятна. Что мешает снаряду обрушиться на парящих в воздухе зомби? Ответа у меня нет, использовать подкормку в таком случае будет тоже не лучшей идеей, ведь ульта растения просто не сработает. Но, как оказалось, даже летающих зомби дракон может атаковать, если рядом есть наземные цели, и это все очень похоже на липучкометный рис. У этих двух растений вообще можно провести много параллелей. Например, вы уже видели, что ульта работает тоже по одному принципу с небольшими нюансами. Но мы отвлеклись, есть еще один вид зомби, который игнорируется Dragon Brute. Речь о водолазах. Пока они в воде, драконы их не атакуют. Атака происходит по надводным целям и главное достаточно тяжело проверить, наносится ли водолазам сплэш урон, как тем же летающим зомби. Если их группировать орехами, то водолазы вынырнут и по ним уже начнет прилетать обычная атака драконов. Так что нужно проверять каким-то другим способом. И такой способ на самом деле есть. Нужно просто взять целую ораву растений и подождать их залп.
Без сомнения, водолазы, как и летуны, тоже получают сплэш урон. Так что и это поправимо, но все-таки осадочек небольшой остается. Уж слишком много разных зомби могут избегать атаку Драгонбрута. И если уж не удается избежать основную атаку семенами или чем он там плюется, то некоторые зомби могут избежать хотя бы вспомогательную. Например, медуза избегает отравления, как она обычно делает это с другими ядовитыми растениями. Забавно, но в таком случае теневая аура играет против нас, ведь трехголовый дракон под аурой имеет на 10 единиц уменьшенный урон. Не нанося отравления, он становится только слабее. Вот такой вот странный минусовый момент. Также снаряды Драгона будут легко отбиваться шутом, но тут есть один нюанс. Хотя сам Драгон не может атаковать в обратную сторону, его суператака на это способна. И вот в таком случае шут явно не ожидает подставы. В спину его можно легко убить даже этим растением. Правда, способ, конечно, очень нерациональный. А сейчас еще один интересный момент. Драгонбрут при уничтожении размножается на маленьких драконов, но оказалось, что имеются способы уничтожения этого растения, после которых он исчезает бесследно. Одним из таковых является сожжение факелоносцем. Я тут хотел проверить и другие ваншот-варианты, но потом подумал, что это будет очень долго, и возможно я лучше сделаю отдельное видео, где будут уничтожаться драгонбруты всеми видами зомби, а мы посчитаем, сколько есть способов убить его без размножения. Пишите в комменты, стоит ли делать такое видео. Естественно, предвижу такой вопрос. А что будет, если вместо падения одного из маленьких дракончиков поставить растение? Ответ очевидный. Дракончик там не появится. Мы просто сами себе навредим. И эту тему можно даже развить. Давайте узнаем, полетят ли бэби-драгоны на доски в пиратских морях. Оказалось, что не полетят. При этом сам дракон на доски высаживается. Ну и последнее, что я вам покажу, это достаточно крутой лайфхак. Оказывается, драгонбрут действует на зомботов, способных совершать набег так же, как какой-нибудь кабачок. Зомбот врезается в растение и не может атаковать дальше. При этом, как вы видели, дракон даже в таком случае размножился. Так что я думаю, способов убить его без размножения будет не так уж и много. Как всегда, обзор я завершаю спамом базовых зомби без брони. В случае с драгонбрутом будет несколько вариаций, так как растение очень специфическое. Сначала мы посмотрим на его сражение с сотней зомби без теневой ауры. В таком случае персонаж, конечно, ослаблен, но все равно неплохо выкашивает зомби, особенно это видно на центральных полосах. Главным минусом является низкая скорострельность. Один раз за 7 секунд это слишком медленно, и поэтому драгон терпит поражение в данной ситуации. Теряя растение на краях, ослабляется и центр. Это стандартная картина для растений, атакующих по несколько полосам. В итоге зомби осуществляют прорыв по всем 5 дорожкам. Теперь посмотрим на то же самое, только в этот раз у каждого из 5 растений прописана теневая аура. В таком случае зомби получают отравление, и это значительно облегчает их уничтожение. Хотя главный минус по-прежнему остается. Скорострельность не увеличилась, а это значит, что зомби снова имеют высокий шанс на сближение с грядой растений и в итоге на прорыв. Но вот если смотреть на центральные 3 полосы, я не могу представить, как там зомби могут прорваться. А они там и не прорвутся, это уже факт. Причем драконы сопротивляются и на краях. На верхней дорожке даже появилась какая-то надежда на удержание косилки. Зомби там осталось совсем мало, и их атакует растение чуть ниже. А вот в самом низу косилка уже уехала, да и верхняя в итоге тоже не устояла. И все-таки полный прорыв зомбарям не удался. Предпоследняя вариация — это одно растение и одна подкормка. Обычно я это не проверяю, но сегодня уж больно подходящая ульта у персонажа, так что грех не посмотреть, как вся сотня зомби сгинула от одной суператаки. Естественно, то же самое будет и от ульты растения в теневой ауре, только тут еще вдогонку прилетит повторный залп по всей лужайке. В общем-то, этим залпом я и ставлю точку в этом обзоре. Время подвести итог. Вот вам мое субъективное мнение по этому растению. Мне почему-то он не очень нравится визуально, особенно цветовая палитра в теневой ауре. Она не похожа на привычные цвета теневых персонажей, и это мне не нравится. С точки зрения механик, тут я отмечу наличие разных тонкостей и нюансов. Запомнить все их непросто. У дракона много как скиллов, так и минусов, проявляющихся с разными зомби. Для прохождения сюжетки я дам этому растению примерно 5-6 баллов. А для чемпионата пока не могу дать оценку, этим займусь при добавлении его в тирлист. Ну а если говорить о каком-то итоге, мнений, то, наверное, 6 баллов и будет моя оценка. Также есть у меня подозрения на некоторые запасы дичи в этом персонаже. Вероятно, скоро они начнут всплывать, а пока я на этом и остановлюсь. Надеюсь, обзор вам понравился. Как уже сказал ранее, в телеграм-канале я скину уровень с разблокировкой этого растения. Кто умеет этим пользоваться, заглядывайте и скачивайте. А те, кто не умеют, могут найти туториалы на ютубе, как заменить файлы уровней в игре. На этом на сегодня все. Ставьте реакции, пишите свое мнение по драгону и увидимся в следующей дичи. Пока! Yeah.